Никто не сможет узнать, за кого проголосовал избиратель. Это просто страшилки, которые распространяют некоторые партии, заявил первый вице-премьер-министр Тайрбек Сарпашев, отвечая на вопросы журналистов. Он напомнил, что тайна голосования – это основной принцип волеизъявления на выборах. Нет в мире таких технологий, с помощью которых можно было узнать, как проголосовал избиратель, отметил Сарпашев и, обращаясь к кыргызстанцам в прямом эфире, призвал их прийти на выборы и проголосовать. Бюллетень заполняется в кабинке и опускается в урну лицевой стороной вниз. Биометрическое оборудование проверяет только то, что на участок пришел определенный избиратель, пояснил первый вице-премьер-министр. Он отметил, что некоторые партии распространяют слухи о том, что якобы с новым оборудованием можно узнать о волеизъявлении граждан. Они делают это от безысходности. На самом деле это ложная информация. Я призываю вас, дорогие кыргызстанцы, голосовать без опаски. Никто о вашем выборе не узнает, заключил Сарпашев.